Набираем 1500 лайков, и я сразу сажусь записывать новую серию. Всем привет, дорогие подписчики, зрители канала, с вами Локи, и мы продолжаем карьеру за Джеймса Дэвиса в FIFA 22. Огромное спасибо, ребята, вам за поддержку прошлой серии, за ваши лайки и комментарии. YouTube, как обычно, на праздниках глючит, и, как я понимаю, судя по просмотрам к прошлой серии, не все получили уведомления. Ну и, ребят, это уж не от меня зависит, вы постарайтесь просто переподписать колокольчик, тогда, возможно, уведомления будут приходить. Ну а так, ребят, если новенькие, подписывайтесь, усаживайтесь поудобнее. Сегодня мы продолжаем выступление в чемпионате, а также нас ждет первый матч четвертьфинала Лиги Европы. У нас был еще один товарищеский матч за сборную, я его просимулировал, там был не особо какой-то интересный соперник, наша команда выиграла 3-0. Ну а сейчас, ребята, мы встречаемся с Эвертоном, который всего лишь в одном очке от нас, и у них еще игра в запасе, так что борьба продолжается до самого конца, осталось 10 туров, и нужно, ребята, постараться удержаться хотя бы на втором месте. Давайте начинать! Вот так вот выглядят стартовые составы, и, ребята, мы на удивление выходим играть правым форвардом. С учетом того, что и Маунт, и Хаверт сегодня в старте, я уж не знаю, как так получилось, но тренер ставит нас на нашу родную позицию, и посмотрим, что мы сможем там показать. Погнали! Очень часто, читая комментарии, замечаю, ребята спрашивают, как я прокачал себе рейтинг, как я распределил таланты, какие у меня перки и все остальное. Ребята, это я показывал в прошлых сериях, в одной из каких-то прошедших серий. Вначале я показывал то, как распределил таланты. В принципе, если у вас атакующий игрок, то нужно в основном прокачивать как раз-таки удары и тому подобное. Не качайте пенальти, не качайте штрафные, потому что если вы будете вкладываться и туда, или делать, как я, например, пытаясь открыть все архетипы, то рейтинг высоким у вас не получится. Но при этом, скажу честно по себе, мне кажется, даже с невысоким рейтингом наш футболист действовал в некоторых моментах даже порой лучше, потому что больше у него было вкачанного, а сейчас иногда чувствуется, что где-то малости ему не хватает. Зря я сделал эту передачу, но мы продолжаем идти вперед. Хаверц. Нет, это Влахович. Дальний выстрел Джеймса Дэвиса, ребята, и мяч проходит рядом. Это был неплохой момент. Кампана сейчас несется по левому флангу. Два наших партнера его встречают. Ну и недалеко Джеймс Дэвис. Классно разыграли. Передача под удар. А вот здесь, ребята, пас не получился. Хаверц. Еще один дальний выстрел. Но здесь все, ребята, контролировал наш голкипер. Кстати говоря, у нас осталось не так много матчей уже за Челси. И концовка сезона близка. Сейчас мы в четвертьфинале Лиги Европы. Осталось 10 матчей в чемпионате. Что-то сыграем, что-то, как обычно, я думаю, просимулируем. В общем, пару месяцев, и сезон будет закончен. Джеймс Дэвис сейчас набирает скорость по правому флангу. Качнул одного соперника. Дэвис, надо бить. Удар с левой в дальний. Снова мяч не оказывается в воротах. Два неплохих удара за первый тайм у Джеймса Дэвиса было, но, ребята, счет пока равный 0-0. И я вижу Пулишича на левом фланге. Он принимает мяч, прокидывает его на Влаховича. Влахович бил по воротам, но, к сожалению, удар заблокировали. А разыграли очень даже неплохо. Перевод мяча налево, и здесь спокоен наш вратарь. И на этом, ребята, первый тайм завершен. МЮ выигрывает у Тоттенхэма 1-0 у себя дома, и мне кажется, ребята, в этом сезоне их уже не догнать. К сожалению, лихорадила нашу команду, менялось у нас нападение, менялась вратарская линия по ходу сезона. В общем, не без приключений проходит сезон, и, честно сказать, я ожидал, что с Челси мы будем биться изначально в Лиге Чемпионов, но, к сожалению, этого не получилось. Джеймс Дэвис открывался под передачу Влаховича, но Пикфорд оказался на мяче первый. Честно скажу, я бы поиграл еще в АПЛ в следующем сезоне, но, может быть, с каким-то другим соперником. А сейчас еще один опасный выстрел по нашим воротам. Ой-ой-ой, пустые ворота!
Не дотянулся наш вратарь до мяча. Здесь что, не было офсайда? И никак не можем отбиться. 58-я минута, еще одна разрезающая передача. Снова пас до Джеймса Дэвиса не доходит. Влахович! Удар по воротам, не было офсайда, ребята, и Пулишич забивает гол. Ну вот так вот, сначала была какая-то неразбериха у нашей штрафной, а в итоге не разобралась оборона Эвертона. И действительно, Пулишич не был в офсайде, он был на одной линии с защитником. Джеймс Дэвис, хороший выход. Цепляют Дэвиса, и это пенальти. Это пенальти, желтая карточка, не успел я пробить, но в итоге цепанул защитник за ногу Дэвиса. И это, ребята, 11-метровый под самый конец матча. И Хаверц подходит к 11-метровой отметке. Изо всех сил я долбил по кнопке удара в надежде, что нам дадут пробить. Но нет, Хаверц берет разбег и аккуратно реализует этот момент. 2-0. В очередной раз Хаверц очень хладнокровно, аккуратно посылает мяч в уголок. Голкипер глянул, но прыгать не стал. 2-0. Я надеюсь, что уже победа от нас никуда не денется. Рейтинг 8.1. Не самый лучший, не самый зрелищный, может быть, получился матч у Джеймса Дэвиса. Да, мы плюс-минус поучаствовали в обоих голах, но, ребята, мы не забили, не отдали голевую. И, тем не менее, наша команда смогла завоевать победу. Мы смогли опередить Вест Хэм, на одно очко мы их опережаем, но у них игра в запасе, как у МЮ, которые впереди от нас на 12 очков. Сейчас игру с Брайтоном мы, ребята, симулируем, смотрим, как она завершится. Я надеюсь, что наша команда сможет выиграть. Это победа 2-1, Влахович делает дубль. Нашим соперником в четвертьфинале Лиги Европы стала Боруссия Мюнхенгладбах. Непростой оппонент. И вот так вот выглядят стартовые составы на первый домашний матч. Мы снова выходим играть ПФА, ребята, и поехали. В Лиге Европы, к сожалению, Джеймс Дэвис пока далек от первой тройки бомбардиров, но буквально пара забитых голов могут как раз его туда приподнять. У нас, по-моему, сейчас забито 4 или 5 голов. У лидера, по-моему, 7 или 8. Так что, если получится забить, то шансы на бомбардирскую гонку в этом сезоне у Джеймса Дэвиса в Лиге Европы точно есть. Давайте выбирать оценку матча и стартовать. С центра поля начинает наша команда. Мы играем, ребята, дома. И действительно, дома у Челси в этом сезоне не всегда игры складывались здорово. Разворачивается от своего оппонента Дэвис. Пошла подача, там Пулишич. Ну а здесь Жоржиньо не сумел сделать скидку. И уже Боруссия Мюнхенгладбах идет вперед. Маккенни, передача пяткой. Посмотрите, как они разыгрывают. Еще один прострел, удар по воротам. И спасает вратарь. Это был первый опасный момент. И теперь угловой, 14-я минута. У нас пока таких моментов не было. Классная передача от Влаховича. Джеймс Дэвис набирает скорость. Дэвис, удар! И уже тащит голкипер Боруссии. Ну вот, ребята, команды обменялись моментами. Засылает снова вперед Джеймса Дэвиса. Он уходит от соперника. Дэвис, выход 1-1. Надо решать. Дэвис! 1-0! Джеймс Дэвис, 31-я минута, ребята. Вот так вот. Начинаются танцы. В первый раз Джеймс Дэвис не сумел забить, потому что спас голкипер. Ну а здесь, оторвавшись от защитника, вложив кучу сил в этот рывок, Джеймс Дэвис не подвел. 1-0. Соперник больше времени проводит с мячом. Сейчас у нас 39-я минута. Снова правым флангом что-то пытались придумать. Но в итоге потеря. Классная передача на Джеймса Дэвиса. Нужно бежать. Недалеко Пулишич. И пас на него пошел. Пулишич заскакивает в штрафную. Как разыграли, ребята, и какой гол Маунта. Вот это было красиво. Как он подключился в атаку и без обработки просто бахнул в дальний угол. Это 2-0 под занавес первого тайма. И мы, ребята, пока выглядим очень неплохо. И Влахович красиво пропустил. Ожидая, что Маунт подключится, и тот, ребята,
Не подвел. 43-я минута, 2-0. Челси, Боруссия, Менхенгладбах. Для нашей команды пока все складывается очень даже неплохо. Мы впереди 2-0. Джеймс Дэвис забил гол. Поучаствовал во втором голе. И, ребята, мы продолжаем. Не хотелось бы, конечно, сегодня пропускать. Нужно сыграть на 0, чтобы перед ответным матчем было просто поспокойней. Влахович пас пяточкой. Ну же, Дэвис! Дубль Джеймса Дэвиса. И каков же Влахович, ребята! Как он красиво сыграл пяткой. 6-й гол Дэвиса в Лиге Европы. Ну вот и его наконец-таки пробило, потому что часто бывает так, что Джеймса Дэвиса в Лиге Европы мы не замечали в этом сезоне. Пас на Джеймса Дэвиса. Еще один момент. Я честно не ожидал, что даже добегу до этого мяча, но получилось. И мы заработали угловой. По штрафную. Ребята, это Хаверц забивает головой. 4-й гол. Мы просто разносим Боруссию у себя дома. Пытается раскачать соперника. Передача на Брою. Броя. Ну же. Какой пас на Дэвиса. Дэвис, забивай. А здесь потащил голкипер. Ну почему? Почему так, ребята? Казалось бы, уже все было сделано. И Дэвис бил. Но, ребята, голкипер пропускать. Третий от Дэвиса не намерен. Дальний удар и потащил голкипер. А добивания не будет. Будет удар от ворот. Лучшего игрока почему-то дали Маунту. Уж не знаю, за какие заслуги. У нас концовка этого матча. 2 минуты добавил главный арбитр. Боруссия еще пытается что-то придумать в нашей штрафной. Но пока все перекрываем. И до удара дело не доходит. А здесь уже и свисток на окончание, ребята. Мы побеждаем в первой встрече четвертьфинала Лиги Европы 4-0. И давайте смотреть, что ждет нас дальше. Нас ждет, ребята, игра против Тоттенхэма. Как мы видим, команды сравнялись по количеству проведенных игр. Влахович стал лучшим игроком месяца. Ну и, ребята, мы опережаем по-прежнему Вест Хэм на 4 очка. Сейчас игра против Тоттенхэма, которые идут восьмыми. И нужно пытаться выигрывать и здесь. Погнали. Надеюсь, что наша команда сейчас воспряла духом после крупной победы в Лиге Европы. Эта крупная победа, я думаю, уже процентов на 75 обеспечивает нам проход в полуфинал. И где-то можно немножко даже подэкономить силы. Но сейчас против Тоттенхэма нужно выкладываться на максимум. Поехали. Читает этот эпизод, и тут же Влахович. И свободная зона. Дэвис ускоряется. Надо бить, Дэвис! Нет, с правой ноги Дэвис, конечно, не так хорош, как с левой. Дэвис. Классный выход Хаверца. Ну же, забивай. 1-0. Это, ребята, Хаверц. Мы с ним действительно разыгрались очень здорово. И он все чаще, выходя на футбольное поле, забивает. И здесь, ребята, Джеймс Дэвис оформляет голевую. Сбивают Джеймса Дэвиса, но это должна быть карточка. Она в руках арбитра. И Тамури получает предупреждение. Тоттенхэм не останавливается. 33-я минута. Опасная передача в штрафную, но был офсайд. А как же пропустил наш голкипер? Да, ребята. Обидно и футболистам Тоттенхэма за этот момент, что было положение вне игры. Но и наш вратарь сделал что-то очень странное. Хаверс, ничего себе, что он придумал. Подача в штрафную. А вот и второй гол. Это, ребята, Влахович. Ну, посмотрите, парень пришел в новую команду в середине сезона и начал клепать голы один за одним. Хороший пас на Хаверца. Он бьет из-за пределов штрафной и спасает Льюрис. Джеймс Дэвис. Не повезло. Раньше, ребята, на низком рейтинге у нас чаще залетали вот такие голы. Ну, а здесь немножко прицел сбился. Тамори желтой карточкой покидает поле. У нас, ребят, начинается второй тайм. И пока у Тоттенхэма никаких шансов на какие-то забитые мячи. Ну а вот и атака Тоттенхэма. Попытка дальнего удара. Пока что заблокировали. Ну а здесь уже наша оборона справляется. Мы пытаемся выйти в контратаку. Джеймс Дэвис. Здорово. Ушел от подката. Дэвис. Сохранил мяч. Переводит дальше. Харри Кейн, дальний выстрел.
Красавчик, красавчик наш вратарь. Ну вот Кейн вышел заряженный, не понимаю, почему он не выходил с первых минут. Дели Алли появляется на поле. Звучит финальный свисток, ребята, это победа, важные 3 очка. Мы сохраняем 2-е место в чемпионате. Ну а Тоттенхэм старался во втором тайме что-то придумать, но в итоге забить не сумел. Нас ждет, ребята, сейчас ответная игра против Боруссии Мюнхенгладбах в четвертьфинале Лиги Европы, ну а уже следующая серия у нас стартанет матчем против МЮ. Так что, если вы ее ждете, обязательно поддержите лайком. Вот так вот выглядят стартовые составы, и поехали. Боруссия принимает нас у себя дома. Это, ребята, ответный матч. Первая встреча закончилась со счетом 4-0. Отыграть такое, конечно, можно, но это будет очень сложно. Джеймс Дэвис и Челси постараются забить еще. Нам стоит, мне кажется, забить один, и у Боруссии закончится какое-либо даже желание и попытки отыграться. Но кто знает, давайте смотреть. Может быть, сейчас они покажут какую-то другую игру. Боруссия с первых минут начала давить, и это пенальти уже на 5-й минуте. Вот это начало. Рубен Диаш сбивает соперника. И арбитр указывает на точку. Разбег, удар. И наш вратарь тащит. Нет, ребята, этого никто не мог ожидать. Но наш вратарь сохраняет свои ворота пока в неприкосновенности. Пас на Джеймса Дэвиса. Тот на рывке уходит от соперника. Дэвис. Удар в дальний. Перекладина. 17-я минута, и снова Джеймс Дэвис несется вперед. Влахович. Нет никакого офсайда. Все, это жирная точка. 18-я минута. 5-0 по сумме. Влахович забивает свой очередной гол за Челси. И снова Джеймс Дэвис. Шикарный отбор. И нужно попытаться убежать от соперника. Дэвис. Хороший рывок. Посмотрите, как мы залетели в штрафную. И здесь уже пенальти в ворота Боруссии. Мяч попадает в руку. Разбег, удар. И голкипер Боруссии тоже тащит. Сегодня, по всей видимости, пенальти забиты не будут. Джеймс Дэвис. Какой голешник Дэвиса. Вот это красотища, ребята. Это, мне кажется, один из красивейших голов Лиги Европы в исполнении Джеймса Дэвиса. Как он подстроился и как он резанул головой в дальний угол за шиворот голкиперу. Это красота. Но вот не забили пенальти, тут же забиваем с углового. 24-я минута, и, ребята, 2-0. У нас 40-я минута, Боруссия Мюнхенгладбах пытается еще что-то придумать, но снова потеря мяча и снова попытка контратаки в исполнении нашей команды. Пулишич на левом фланге получает мяч от Влаховича. Подача, Дэвис, Влахович. И мяч в руках голкипера. И я думаю, ребята, на этом моменты первого тайма закончены. Мы смогли забить в первом тайме 2 мяча. Красивый получился футбол. Были и незабитые пенальти. И шикарный гол Джеймса Дэвиса головой. Ну и, ребята, Боруссия продолжает что-то пытаться придумать. Джеймс Дэвис. Пас на Влаховича. Нет офсайда. Влахович. Он пытался сделать пас на Дэвиса, но как-то слишком передержал мяч, и в итоге голкипер забрал его в руки. Джеймс Дэвис раскачивает соперника. Дэвис залетает в штрафную. Удар Дэвиса в дальний. Вот такие вот не берутся. Это 7-0 по сумме. Мы устраиваем настоящий разнос Боруссии в четвертьфинале Лиги Европы. Ну и здесь я решил бить уже не в верхний угол, а стелящимся ударом в дальний. Нижний. И у нас это, ребята, получилось. Не успел отразить этот выстрел голкипер. И, ребята, 3-0. Жоржиньо уступает место на поле Хаверцу. Когда Хаверц появляется на поле, он забивает. Остается, ребята, 10 минут. Атака Боруссии. Здесь снова тащит наш голкипер. Прострел, удар. И даже здесь наш защитник, ребята, Маркини смог отбить мяч. Это Хаверц. Попытка подачи на дальнюю. Дэвис, ребята, вот это гол. Хэт-трик Джеймса Дэвиса.
И классный пас Хаверца. 4-0. Мы по 4 гола забили в каждом матче. И Джеймс Дэвис, я говорил, будет бороться за лучшего бомбардира Лиги Европы в этом сезоне. Ну и Хаверц, красавчик. И Джеймс Дэвис, как он укротил мяч. И тут же смог пробить. Слышно фанатов Челси, а домашняя публика просто в расстройстве. Боруссия проигрывает 8-0 по сумме двух матчей. Мы устраиваем настоящий разнос. Я надеюсь, эта серия вам понравилась. Поддержите ее лайком, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Локи. Всем спасибо, всем пока.